Всем привет! В данном видео покажу и расскажу, как заклеить автомобильное колесо, шину, если вы прокололи каким-то острым предметом. Очень быстро, просто и 100% эффективно за 5 минут. Для этого нам понадобится минимальный инструмент, вот такой. Данный инструмент можно купить за минимальную цену в любом строительном или автомобильном магазине. Если вы прокололи колесо переднее на автомобиле, то его будет заклеить еще проще и быстрее, так как колесо можно повернуть вправо или налево, и будет это все проделать намного удобней. В данном видео я покажу самый сложный способ, это когда прокололи колесо заднее на автомобиле. Продемонстрирую полный процесс, как происходит прокол колеса и как его заклеить. Вот полный процесс, как происходит прокол колеса. Итак, колесо, как видим, мы прокололи. Дальше берем и вытаскиваем гвоздь из шины, из колеса. Потом берем обезжириватель или растворитель и обезжириваем то место, где был прокол, отверстие. Вот таким принципом. После того, как обезжирили отверстие, то место, где был прокол, берем специальный инструмент, так сказать, шило, и увеличиваем слегка отверстие в шине. Дальше намазываем шило клеем для резины и еще раз просовливаем через отверстие шилом данным инструментом, для того, чтобы промазать полностью все отверстие клеем для резины. Как промазали отверстие клеем, берем вот такие клеющие стержни длиною 6 сантиметров, потом берем специальный инструмент, вставляем стержень в этот инструмент и вставляем таким принципом, чтобы стержень был равномерно распределен посередине. 3 сантиметра в одну сторону, 3 сантиметра в другую сторону. Дальше берем клей для резины. Промазываем еще дополнительно клеем, чтобы было бы 100% надежно. Дальше смотрим, как был произведен прокол шины. Если был прокол прямой, значит прямо и вставляем стержень в шину. Если был прокол под углом, значит вставляем стержень клеющий под углом. Если мы вставим по-другому, будет колесо все равно медленно спускать. Стержень, когда засунули в шину, распределяем его наполовину, чтобы половина стержня была бы в самой шине, вторая половина выступала бы наружу из самой шины, из колеса. И резким движением выдергиваем сам инструмент. Вот так. Как видим, стержень остался внутри. Теперь удаляем излишки стержня. Стержень должен выступать из протектора примерно 0,5 сантиметра. Вот так. После того, как удалили излишки стержня, накачиваем колесо. Как накачали колесо, проверяем мыльным раствором, травит ли воздух из шины через стержень наружу. Если бурбулков нету, значит все хорошо и можно эксплуатировать автомобиль дальше. Как видим, таким принципом можно заклеить колесо очень быстро, не снимая колеса с автомобиля, в дороге, где бы мы ни были. И на 100% эффективно, вот как-то так. А на этом у меня все. Всем спасибо за внимание. Всем пока.